моде включалову делаем. Алло, 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 алло. Алло, алло, Godmode он, ребята. На спецрежимчик Godmode он залетел. Так, посмотрим, может быть сейчас это уже бабки какие-то другие будет с Godmode, не? Где он? Думаю, это то же самое. А где он, где он, где он? Вижу, вижу, есть, есть контактик. Работаем. Работаем, работаем, работаем. Работаем, Бен. Ну, вот в таком режиме его зареспить прям мега сложно по ощущениям. Ребят, мама. А без овера. Ну, он можно слить, но очень долго. Да приколите, сколько урона надо в него впихивать. А если он еще и аптеки прожимает, то это же вообще забейте. Давайте, 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 ребяточки, пинаем, пинаем, пинаем по максимуму. По максимуму пиналову делаем. Тушеночку в него. Вторая... Второй раз, да, залетел он? Ну, да, конечно, это не мамонтом уже тушить. Это уже немножко другая темочка. Это уже немножко другой раскладик. Тут уже попробуй слить. Но если за него мега-голды начнут падать, то вот это уже будет повкуснее. Три мега-голда сюда бы. Ой, вкусно было бы. Надо слить. Надо слить. Проверить. А вдруг мега-голды? А еще и убегает в нагляк. Еще и бежит в нагляк, ребяточки. Godmode он. Godmode он, это он. Мог бы самоуничтожиться, например, просто хоп и баблицо в карман. Рабочая. Рабочая была бы. Вот интересно, только у одного чела он есть сейчас или нет? Как будто бы не один чел играет на этом аккаунте. Мне такое ощущение есть. Как вот будто там не один чел, как будто там еще есть кто-то, кто на нем играет. Если не один, то это нарушение правил конфиденциальности. Осуждаю. Почему? Ну, на одном аккаунте нельзя, чтобы несколько человек играли. Не, ну а вдруг там просто вот вместо... О, там, или какой-нибудь там буквы, там, черточки как-нибудь, оно просто так специально сделано, что там их несколько. Не, такое невозможно. Думаешь? Это ж... Да, 100%. Ну ладно, давай тушим его. Надо слить. Надо слить, надо слить, надо слить, надо слить. Надо, чтобы бабки упали какие-то. Ладно, мне своют. Меня своют челы вместо того, чтобы сводить джаггера, я понял. Офигеть, у него столько урона летит, и вообще, как будто ему вообще пофиг. Ему как будто вообще пофиг. Ну тут уже просто вся карта месит джаггера. Это бешансовик какой-то. Сколько у него хп, интересно? А раньше, кстати, Godmode, когда запикивался, он в чате типа там писал что-то. Более определенные фразочки, которые он писал. А сейчас даже вообще ничего не пишет, просто запикался я и все. Там, клейте меня и получите миллион. Ну типа там, о-хо-хо-хо-хо. Ну, тут... ну, у меня просто по 6 урона идет. 10 урона. По 10 урона, по 7 урона. 28 скрита, вот это бабки. Это как с Сизидой с вампиризмом лечить. Плюс-минус такая же тема. Рабочая. А у него если еще 20 тысяч хп, и он еще аптеки сверху прожимает, так это же вообще забейте. Это просто забейте. Ну, когда он сдохнет? Его реально слить вообще? Реально его вообще слить или нереально? Раньше хоть какой-то шанс был слить. То есть как будто вообще нет шанса без мамонта. Без мамонта как будто вообще нет шанса слить. Аптеку сбить можно? Ну 1000 хп, это приколи, я если по 10 урона наношу, то сколько мне надо вкинуть в него? Сколько мне надо в него вкинуть? Я с одного баллона даю сколько-то, ну от силы 100 урона. От силы сотка залетает. Не, это прям супер много надо. Ладно, я уже устал бить. Надо хоть кого-то покилять. Хоть на килочке немножечко сыграю. Немножечко на кильчике. А ты чё, Лолыч, не с нами? Нет.
Годмод зеленый не залетел, да? А, ты с годмода зашел, понял. Блин, спалился, спалился. С годмода Лавич зашел. С годмода. А интересно, он специально сольется хотя бы до конца катки или нет? Или он спецом не будет даже сливаться? Чтобы нам бабки не давать. Блин, мне еще рисовка. Да, он там обычные полетят, там максимум карты. Мега-голды. Нет, что-то мега-голды, хоп, и все. Не, в прошлый раз обычные были, когда я забил. Нифига, видел Магнум с одного удара шестерых убил, или даже семерых. О, это этот же, Саня этот. Саша Лазер, это же он. Санечек, пирожочек это. Сказал, о, я Ханзик. Знаю. Сейчас буду тоже жабить. Ура. Запикался? Угу. Опа, 5-8. Нормально. Как будто невозможно слить. Как будто это просто габелла. Все эти... Ты тут приколи, сколько урона наносит. Опа, есть! Слили! Есть? Туда его! И чё, бабки? Прикол. Давай мегагалды! Мегагалды, мегагалды, мегагалды. Обычка, ну это не серьезно. Ну обычка, ну вообще не серьезно. Ну какая обычка? Ну вы чего, ребята? Ну какая обычка? Ну мега голды должны были быть. И ливнул сразу. Даже не тыквы, просто обычные шестерки, короче. Да, да. Обычные бабки. Обычное бабло, ребятки. Обычное баблицо. Вот так вот, ребячки. 10 минут сливаешь годмода он, чтобы он скинул 3000 кристаллов. Если раньше, когда я в 2012 году встретил его, он скинул 3 голда по 3000 кристаллов, на тот период времени это было равноценно теперешним, ну, 1090, наверное, теперешним. То сейчас он скидывает 3000 кри. 3000 кри. Почему нельзя скидывать хотя бы по мега голду? Ну ведь не реально печат. Можно было бы скинуть по 10 вкусных, и тогда бы это было бы реально интересно. Печалька. А тут просто по 3000. По 3000. Но я считаю, что это очень мало. Я, конечно, не эксперт, но я считаю, что это очень мало. Сейчас 3000 можно за одну карту фармить. Но. Даже не надо париться. Но. А тут просто 10 минут вся карта сливала ради 3 голдов. Но это габелла, ребяточки. Это габелла. Но контентик есть. Можно и поесть. Это